эфире «Криминальные новости». Это проект «Зона X». Я Александр Смирнов. Здравствуйте. И смотрите сегодня в программе. Искал кандидаток на сайтах знакомств и предлагал подработку. За организацию интим-услуг задержан житель столицы. В его команде трудились три девушки. Арендованная квартира, интернет-магазин и почти 4 килограмма психотропов. Двум братьям из Бобруйска вменяется наркоторговля в составе организованной группы. И невероятное, но трагическое стечение обстоятельств. В Бразилии сразу три мотоциклиста попали в одну аварию. Двое из участников – работники службы доставки. Искал кандидаток на сайтах знакомств и предлагал подработку, правда нелегальную. За организацию интим-услуг задержан житель столицы. 58-летний подозреваемый около года использовал девушек для занятия проституцией. Известно о трех дамах с низкой социальной ответственностью, благодаря которым зарабатывал задержанный. Как говорят в милиции, мужчина сам подбирал в интернете клиентов и вел от имени девушек переписку. Мог предоставить помещение для встреч. За свою работу организатор получил процент. Возбуждено уголовное дело за организацию использования занятия проституцией. Известно, что фигурант ранее был неоднократно судим за аналогичное преступление. Десятилетнее сотрудничество в один момент потерпело крах из-за одного неверного символа. Банальная невнимательность стоила работникам гродненской фирмы 60 тысяч евро. Следователи выясняют все обстоятельства дела о крупном мошенничестве. Как рассказали в ведомстве, события развернулись в прошлом месяце. Сотрудники одного из предприятий города вели переписку с давним партнером о приобретении товара. Все договоренности были достигнуты, после чего контрагент прислал на электронную почту фирмы дополнительное соглашение с информацией о сумме оплаты, а также изменении платежных реквизитов для перечисления денег. Работников предприятия ничего не смутило, так как с организацией они сотрудничают уже более 10 лет. И на протяжении данного периода каких-либо недоразумений между ними не возникало. Перечислив на указанный в сообщении счет почти 60 тысяч евро, покупатели стали ожидать поставки приобретенного товара. После чего на связь с ними перестали выходить. Тогда работник компании заметил, что электронная почта поставщика, с которым велась переписка, отличается на один символ от реальной почты коллег. Затем они и обратились в милицию. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Следствием установлено, что переписка осуществлялась поддельного почтового ящика, наименование которого визуально практически идентично реальной почте организации поставщика. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, использующих банковский счет, на который предприятиям были переведены деньги. Осматривается техника, изучается переписка компании. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования. Еще одно доказательство, что пенсионеры – слишком внушаемые люди в столице. 81-летняя минчанка хоть и слышала про схему обмана, но все равно стала жертвой телефонных аферистов. Ей на домашний телефон позвонила плачущая девушка, якобы племянница. Сказала, что попала в ДТП и просила передать деньги курьеру. $5100. И 10 5 тысяч белорусских рублей, ровно 5 тысяч да. белорусских рублей. И 10 евро. Все слышала, все знала. Откуда слышали? По телевизору. Следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за мошенничество. Напоминаем, при поступлении подобных звонков нужно прекратить разговор, перезвонить родственнику, а также сообщить в милицию. Курьеры несут ответственность наравне с организатором. Решила, что мало платят, и сама себе повысила зарплату на 10 тысяч рублей. Следователи в Минске рассказали подробности уголовного дела в отношении бухгалтера столичной фирмы. 44-летняя женщина обвиняется в крупном хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Она находится под личным поручительством. По информации ведомства, вопросы к работнице компании у директора возникли весной прошлого года. В то время в организации часто менялись главные бухгалтеры, и часть работы легла на плечи ныне обвиняемой.
Дополнительно это не оплачивалось, что, по-видимому, женщину не устроило, и она радикально решила изменить ситуацию в свою пользу. Несколько месяцев, имея доступ к счету фирмы, перечисляла на свою карту разные суммы. Для отвода глаз все 14 незаконных операций замаскировала в документах под рядовые платежи поставщикам. В октябре прошлого года вакансия главного бухгалтера была закрыта, и директор фирмы дала указание женщине передать новому сотруднику электронный ключ доступа. Обвиняемая все выполнила, однако через полчаса покинула рабочее место. С тех пор на связь с коллегами она так и не вышла. Директор фирмы обратилась к аудитору для проведения проверки деятельности организации. Сверяя отчетность, специалист заметил, что сумма выплат заработной платы бухгалтеру значительно превышала сумму начислений. Руководитель обратилась в правоохранительные органы. На допросах женщина вину признала в полном объеме, раскаялась в содеянном и полностью возместила причиненный ущерб. Продолжит выпуск обзор чрезвычайных происшествий. Хронику самых серьезных подготовила Алена Лешкевич. В Гомеле на пожаре погибла пенсионерка. Причина – неосторожность при курении. Возгорание случилось в пятиэтажном доме. Соседи заметили дым из квартиры верхнего этажа и вызвали спасателей. В одной из комнат бойцы МЧС нашли труп ее хозяйки. Рядом было много окурков. Как выяснилось, женщина была курильщицей и проживала одна. В Мозырском районе в гараже у папы пострадал 4-летний ребенок. Мальчик стоял рядом, когда отец занимался обжигом деревянного стола. Произошла вспышка паров бензина, мальчик получил ожоги лица и кистей рук. Отец ребенка не пострадал. Короткое замыкание электропроводки водонагревателя привело к пожару в Лидском районе. Здесь сгорел частный дом, никто не пострадал, хозяева успели выбраться до прибытия спасателей. В том же районе произошел накануне еще один пожар. Если в первом случае остались стены перекрытия, то это частное здание выгорело дотла. По словам хозяина дома, утром он проснулся и увидел догорающим свое жилище. Вероятнее всего, к огненному происшествию привела неосторожность при курении. Это программа «Зона Икс», и мы продолжаем наш выпуск. Не только родственные души, но и бизнес-партнеры. Двум братьям из Бобруйска вменяется наркоторговля в составе организованной группы. Им грозит до 20 лет лишения свободы. По данным милиции, задержанным 33 года и 39 лет. Они работали наркокурьерами. Изъято почти 4 килограмма психотропов. Установлено, что с декабря прошлого года они, действуя в составе организованной преступной группы, работали на интернет-магазин, реализующий наркотические средства и психотропные вещества. Получали наркотик крупным весом, а затем в снимаемой квартире фасовали более мелкими партиями и раскладывали закладки на территории различных городов Могилевской области. По месту жительства подозреваемых изъято более 3 кг 700 грамм различных видов особо опасных психотропных веществ. Фигуранты задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, совершенной организованной группой. Анатолий из Радашковичей оказался крайне удивительным и нетерпеливым соседом, а это не всегда в плюс. Ныне он фигурант уголовного дела о хулиганстве. Из ненависти мужчина разбил окна у соседей, а после заперся в своей квартире. По счастливой случайности пострадавших среди жильцов не было. Когда на место происшествия приехали местные участковые, Анатолий, а ему, к слову, 61 год, не открывал дверь, перед этим сломав ключ в замке. В квартиру сотрудники милиции попали через соседний балкон и задержали дебошира. Анатолий, ляж на пол. Заходим с оружием. Заметим, что в квартире правоохранители нашли заранее подготовленные пакеты с камнями. Мужчина пояснил, что так собирался бороться с соседями, которые ему надоели. И еще пробуйный нрав Анатолия. В прошлом он его уже показывал. Нападал с ножом на милиционеров и скандалил с супругой. 75 килограммов гильз и пуль. Такой внушительный груз пытался ввести из Польши 50-летний белорус. Водителя «Ситроэна» остановили белорусские таможенники в пункте пропуска «Брест». Для чего ему с собой понадобился подобный боевой багаж, еще предстоит разобраться. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Но, как сообщили в таможне, несмотря на все ухищрения мужчины, сотрудники нашли 20 пакетов с подозрительным товаром, которые были спрятаны в машине в специально оборудованных тайниках, в том числе в запасном колесе. Место тайников установлено при проведении досмотра, на которое автомобиль
авто было направлено после изучения таможенниками, полученной с применением инспекционно-досмотрового комплекса сканограммы. При проведении дальнейших проверочных мероприятий по месту жительства гражданина обнаружен арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. Проводятся дальнейшие процессуальные и оперативно-розыскные мероприятия. Преподаватель одного из колледжей Бреста во второй раз стала жертвой кражи. Несколько лет она хранила свои сбережения на работе. Как сообщили в МВД, более 5 500 долларов 62-летняя женщина держала в своем кабинете, потому что однажды из ее квартиры деньги уже выносили. Крупную пропажу заявительница обнаружила, когда после долгого времени решила пересчитать накопления. Но каково было удивление женщины, когда вместо настоящих купюр она нашла муляж. Оперативники установили, что кража может быть причастен 26-летний коллега женщины. Молодой человек признался милиционерам, что когда в кабинете никого не было, хотел похитить у коллеги несколько рублей на личные нужды. Но когда обнаружил крупную сумму в валюте, не смог устоять. Он купил сувенирные купюры и заменил ими настоящие. Ворованные деньги потратил на покупку автомобиля. Следователями возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную в крупном размере. Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы. Далее в программе «Информация с дорог страны» обзор подготовил Юрий Шевчук. В Могилеве пьяный водитель Порше пытался уйти от погони. ГАИ и насмерть сбил пешехода на тротуаре. Все началось с того, что на перекрестке проспекта Мира и улицы Космонавтов экипаж ДПС подал требование об остановке водителю Порше Панамера. Водитель проигнорировал это, и началось преследование. Оно длилось примерно 1,5 километра на улице Строителей вблизи дома номер 14. Водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил 30-летнего мужчину. От полученных травм он скончался. Нарушителем оказался нетрезвый 28-летний житель Могилевского района. Освидетельствование показало наличие 1,3 промилле алкоголя. Проведен осмотр места происшествия. Зафиксирована следовая картина, назначен ряд экспертиз. Следственным управлением Управления Следственного комитета по Могилевской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. «Хонду» разорвало на две части после ДТП в Молодечно. Авария с участием трех автомобилей случилась на пересечении улиц Великий Гостиницы и Элеваторная. По предварительной информации, ВАЗ столкнулся с «Хондой», отчего последний выбросило на встречку, где он столкнулся с «Фиатом». В результате ДТП водитель «Хонды» госпитализирован, и, судя по повреждениям этого авто, это еще вполне счастливый исход для мужчины. Велосипедист погиб в ДТП в Гомельском районе. По информации ГАИ, на трассе М8 водителю Audi A2 стало плохо, и он потерял сознание. Из-за этого машина потеряла управление и выехала на обочину, по которой ехал велосипедист навстречу транспортному потоку. Далее, после столкновения, машина съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии 57-летний мужчина, который ехал на велосипеде, погиб. Volkswagen Polo врезался в гужевую повозку в Жлобинском районе. 62-летняя водитель ехала по трассе М5 в направлении Гомеля. 62-летняя водитель ехала по трассе М5 в направлении Гомеля. На 237-м километре женщина не заметила повозку. Как сообщили в ГАИ, повозкой управлял 52-летний мужчина, который предварительно был выпившим и пересекал проезжую часть по зебре. Повозка, к слову, не была обозначена световозвращателями. Без фликеров, но с явными признаками алкогольного опьянения оказался и пешеход из Речицкого района. Поздно ночью мужчину остановили сотрудники ГАИ, когда тот по трассе М10 шел в деревню Бывалки. Сам пешеход рассказал, что в какой-то момент он сбился с пути и стал возвращаться обратно в сторону Гомеля. После профилактической беседы инспекторы отвезли мужчину домой.
погоня со стрельбой, блокировкой авто и внезапным поворотом событий. Очередное остросюжетное преследование нарушителя попало в интернет. На этот раз события развернулись в Польше. На записи с видеорегистратора случайного очевидца видно, как за нарушителем гонятся полицейские. Когда лихача удалось блокировать, стражи порядка стали стрелять по колесам его машины. Но желание уйти от преследования было настолько велико, что ни блокировка, ни пробитые шины водителю не помешали. Сначала он отодвинул полицейскую машину, блокирующую его, а затем развернулся и проскочил мимо полицейских. Насколько это ему помогло скрыться, не сообщается, но с учетом его пробитых колес явно далеко уехать не удалось. Редкое, но трагическое совпадение. В Бразилии в аварии столкнулись сразу три мотоциклиста. Один из них только-только собирался отправиться в путь, как в этот момент на перекрестке столкнулись на огромной скорости двое байкеров. Их вместе с техникой и отбросило на ничего не подозревающего бедолагу. Правда, он сильно не пострадал, в отличие от коллег. 23-летний работник службы доставки Жуниор де Оливейра скончался на месте. Еще один мотоциклист, 24-летний парень с черепно-мозговой травмой, переломами бедра и нижней челюсти, оказался в больнице. Понятно, что эта авария – цепочка невероятных совпадений. Однако всегда стоит понимать, к чему приводит превышение скорости. Такой была программа «Зона X» сегодня. Увидимся завтра на «Беларусь-1». Криминальные новости есть на YouTube-канале проекта. Также следите за нашим аккаунтом в Instagram.